Согласен. Я? Зачем? Привет, с вами GetLight. Давно не виделись, хотела сказать. Вы, наверное, спросите, почему же я в наушниках сижу, сука? Да почему? Просто вывеска упала. Немного. Вот так бывает. Ладно, я вам открою маленький секрет. Смотрите, на самом деле, этот ролик должен был быть баном патрулем. Может быть, я его и назову бан патрулем, но я еще не знаю, как его назвать. Но тут суть игры в том, что игра идет без прайма. Поэтому какое название, я так еще и не понял. Если это ролик по калибровке, то это предпоследнее видео. И последнее будет уже с финалом, да, что мне дадут в итоге. Просто этот аккаунт калибруется именно для этой рубрики бана патруль. Ну, я не знаю, что тебе еще сказать. Давно не виделись. Люблю, целую, лайк ставь, давай, поехали. Среди лайкнувших подписка не нужна. Да, я же не мразь ебаная, чтобы заставлять подписываться. Марк Евтимиади, что? Он заходил сегодня в 14. Конечно же, сука, бич. Он не ответит. Лебушка онлайн, Лебушка даже подписан. Ладно, подождем минуту, мало ли там. Прикиньте, он прочитал, я уже Глеба открыл. Он прочитал, он успел. Но я не написал, что минута на ответ, но тем не менее, минута на ответ. Пишет, все. Я тоже в шоке. Не, типа я подожду, конечно. Я так написал, чтобы он побыстрее, а то обычно надо скины выиграть. Пока Марк качает DS, пацаны, скажу, что в описании есть ссылка на опрос Just Case, если что, да. Там хотят сделать что-то нереальное, я так нихера не понял, но вы можете повлиять на эти изменения, да, и проголосовать. Поэтому, ну, опросы это всегда охуенно, поэтому в описании ссылка. Так, ты видишь экран? Да, вижу. И самые дорогие, вот прям на все бабки. Давай тайное. 200 рублей, как это мало. Давай твой кейс, не твой. Ну, хорошо. Мне это нравится. Мой любимый клаш, кстати. Я сейчас покажу дорогие тебе. Так, ну, есть за 2000. Медуз кейс. Медуза? Не, давай, короче, дорогой какой-то открывай. Кровавый. Говорю, дорогие. Ну ладно. О, статрек! У меня такой дигл, я с ним играю уже 2 года почти. Эксклюзивный. Давай можешь. Его, все, отлично. Ну, а сколько она стоит? 3700? Статрек? Это самый дорогой скин, который падал с кейса. Как же это интригующе. Ладно, попробуй. Стой, сука. Почти. Охренеть. Примерно через 7 дней. Это 7-8 дней. Это они висят. Пиши мне в ВК, спам, и я тебе их отправлю. Поздравляю. Спасибо за участие огромное. Спасибо. Да, давай, удачи. Так как я завтра еду на забив, и лайк на этот пост. И по лайкам найдем победителя, кто будет открывать со мной кейсы. Подписка не нужна, не надо. Просто лайк. Так, ладно, ссылка на Just в описании, поехали. Пацаны, чтобы вы понимали, я играл, ну, каток 10. Вообще, всего на этом аккаунте. 2 победы. Без прайма. По идее, сейчас должно опять кинуть к сильверам. Я не знаю, чего ожидать от этой игры. Да, если что, не обращайте внимания, что я худой. Сильно. Похуй мне вообще. Тут недоделаны татухи. Будет доделано. Все. Я, ебать, только что понял. А что, если без прайма поставить бета-версию с античитом? Даже игра еще не началась. Лол, ГГ, долбоеб с ВХ или даже с АИМом. Или даже. Если чувак с АИМом, то тут сложно будет. А с ВХ долбоебов как бы обыгрывать очень легко. Жухи, ты петух. Вот это украинская мова, вот это вот... Ну так вот, кстати, да? Ладно, мне жопа, я 1 в 3. Должен быть слеп. Ага. Не удалось мне выиграть, но я сделал 4 кила. Что от меня еще требуется? Нехер сдыхать, пацаны, надо выигрывать. Успел бы нахуй. У меня охуенный чит, кстати. Купил вот. Совсем похуй. Сука, я вылетел. А, реально классно чит. Сука. Ну, это лучше, чем читер, все-таки. Быть долбоебом не так страшно, как быть конченым уебищем. Так, ладно. Поехали. Один. А второй где? Что вы делаете? Раз. Да не, не коннектор. Я сейчас его убью. А, он последний. Все, я... Ладно, надо префа савика давать. Хотя, на самом деле, на таких званиях вот у меня сейчас нету, ну, плохая флешка. Понял. Хотя на таких званиях можно просто много убивать, и у меня же нет... Ой, я его... Ну да, вот типа того делать. У меня же нет этого фактора доверия вообще нихуя. Надо выигрывать. Надо обязательно выигрывать и калибровать аккаунт. Вы слышали это? Ты еблан, ты не мог помочь. Может, он подозревает, что я настоящий гетлай? Ой, я... Ой, а я начну говорить сейчас. Ой, пизда тебе. Ой, блядь, пизда тебе. Так, один... А чё он не сдох? 2. Все. Я не ожидал такого поворота. Я хочу, чтобы они мне что-то писали. Я скучился. Мышь ебана. Я не GetLight, я GetLight. А, это желтый говорил, что на микрофон, вы слышите? Да. Нихуя себе. Скорее всего, где-то крысит в углу. Да, я тебя прочитал. Ну ладно. Ладно, мне нужна мобильность. Нет, дроп тебе никто не даст. Ты как бы уже не часть команды, понимаешь? Поэтому сори. То есть ты оскорбляешь тиммейта как мразь последняя, да? И потом просишь у него дроп? Понимаю.
А что за лаги были? Это как нахуй? Это что? Иногда это как, блять, понимать. Давай, выходи, 3-2-1. Сука, жалко. Как тут, как, почему тут нет читеров? Как он играет, кстати, этот желтый? Ого, классно играет. Типа ФК стоит, бот. 17 патронов, надо 4 фрага сейчас дать, а потом еще 4. Что ты делаешь? Я что-то стою. Так, ладно, да иди нахуй, я что-то уже стою. Ты бычку включил? Все. А, кстати, 4 фрага, да, как я и хотел. Все, как я и планировал. Выгнать игрока. Но, блядь, стреляй, посмотри. Это правило, смотри. Нечаянно или нет. Это, кстати, не я предложил его кикнуть, я просто нажал F1. Ну, за 15 раундов 27 фрагов, это слабенько. Надо сделать 60 все-таки. Можно мне граффити, чтобы выпало? О, я... О, классно! Вообще, пацаны, вся суть игры с ВХ, типа с ВХ, да, это просто информация, которую ты владеешь и делаешь из нее правильные выводы, где могут быть противники, а где их быть не может. Сейчас у меня нет информации, чтобы, блять... Все, нахуй. Не-не-не, можно я первый сдохну, чтобы бота взять там калаш? Я пошел сдыхать специально. Ни одного фрага не сделал. А как это расшифровывается? Так, бот, иди на разведку. Давай. Понятно. Спасибо за игру. Прикольно. Ладно, третья победа есть. Спасибо за граффити, как я и просил. Что это за скин, ребят? Мне выпал? Серьезно? Меня к калашам кинуло, блять, или что? Как они это делают? Сейчас покажу, нахуй, что он сделал. Как можно вот так вот стоять и вот так выходить и убивать? Как? Не играл 2 недели. А, мюты, бай-бай. Как сами заходят и говорят на непонятном для нас языке? Так нормально. А тут тиммейту сказал, блять, на русском. А, мюты, бай-бай. Пошел ты нахер. Да, выходи. Сейчас будет плюшка. Пэм. 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 Классно, диффужу бомбу я. Ну, все. Вон она. В первой катке меня обвиняли в читах. Оранжевый, как тебе в муте играется? Нормально? Да, он меня выстрелил в ебало, мне дал. Просто так. Кикнем оранжевого. Согласен. Я? Зачем? Ладно, я кое-как дал фраг. Сейчас я убью еще одного. Так. Вот этот прицел очень своеобразный. Иногда с него залетает очень жестко, а иногда ты стреляешь правильно и не понимаешь, ко хер. Я бы не сказал, что это играет какой-то малой. Да вообще нормальное движение. Серьезно? Да не. Если он не... Ну, бля, ну, малой двигается нормально. Что, я буду следить за ним. Синий, скажи что-нибудь. Нет. Угу. Это как-то похуже идет, наверное, потому что меня повыше званием кинули. А если звание повыше, чем Сильвер, то это ближе к калашам. Да в смысле, он с первого патрона не умирает? Не, то ли это из-за конфига, либо из-за другого аккаунта, потому что на разных аккаунтах по-разному играется в CS, я не знаю, с чем это связано. Одно может проседать в FPS, на другой аккаунт заходишь, все нормально. Даже когда я на руле играл, те же самые настройки, но на двух разных аккаунтах руль управляется по-другому совершенно. Оранжевый хочет меня кикнуть? А я тут при чем? Я что, виноват, что тебя в спину убили, да он? Ну зачем типа кикать? Пусть сыграет, серьезно. Какие правильные слова. Боже, какой молодец. А, ты, то есть корыстный мотив у тебя есть? Я вообще не собирался его кикать. Давайте оранжевого под конец прям кикнем. Не, ну это уже слишком, даже я так не буду делать. Хоть он и падла тупая, но не надо. Хорош. Хорош. Ну, естественно. Синий, кстати, это... Как думаешь, оранжевый читак? Мне просто друг говорит, то, что он там с ВХ играет. Он байтит меня на то, чтобы я сказал, что в чат. Я не поведусь. А чё ты микро не говоришь? Ха-ха-ха, прочитан. Да ладно, я вообще не могу попасть. Вообще! Слышишь? О, ну ладно, если по-оранжевому, я победился. Торандов на промете, блядь, а я даже еще бегаю, блядь, с диглом. Не, авик я брать не буду, авик я и так могу купить, а калаша у меня нет. Ага, понял. Да. Ебать, у меня звуков нет, я не понимаю. Лос 47. Ладно, вы просили, чтобы нетграф побыл в роликах. Вот давайте посмотрим, как оно с нетграфом играет. PS Max 400. Ну да, тут больше 300 не бывает. Это просто Ryzen, понимаете? Это не Intel, на Intel 400. На Ryzen сейчас будет стреляться, будет 150. Угу. Но мне как-то не дают играть, сразу же разменивают. Смотрите, FPS 160, 150. 1080 карта. Есть вероятность, что оранжевый СВХ. Да, ну... Ну вот так вот, видите, он бежит и стреляет. Я вам говорю, я клянусь, это вот у него будет калаш. Я типа хотел проиграть эту катку, но я не хочу, чтобы ее выиграл Дэд Синий, ну, да, пиздец.
А, ну это он! Да, на ходу. Сейчас я приду. Да, теперь это дело принципа. Выиграть эту катку. Понятно. У меня опять лаги. Да, сука. Что, блядь? Как это нахуй? Ебать! Он же пойдет. Это ж очевидно. Но это тип, который бегает и стреляет, это невозможно, забей. Не играл давно. Да хоть, блядь, 10 лет не играю, он не перестанет бегать и стрелять. Синий, у тебя прям голос серьезный, гитлайдер. Так и задумано. Озвучка? Угу, я все. О! Через час? Хоть через час мне еще монтировать, вот часов 5. Гитлайд, ты ли это? А, оказывается, эй! Ну, теперь у меня есть все причины его кик. Я про то же. Такой нахуй гитлайт, я сейчас играю очень плохо. Это я не могу играть без скинов на таких званиях. Мне теперь неловко, что он меня узнал. Я думал, это какой-то иностранный калаш, который меня не знает. Сука, пиздец. Я пиздел на него. О, бот! Я пошел. Похуй вообще. Читы подрубили? Я написал да. Не, просто ты перестал стрелять и бегать. Я бота. А его убили. Ну этот раунд надо брать. У вашего подруга. У нас нету. Да, пацаны, у вас нету. И спасибо вам за то, что вы играете без прайма и без читов. Я умер. Если ты хитлайт, то будет ничья. Не, мне надо выигрывать. И я калибрю аккаунт. По идее, он же не знает, что стрит плент. Если он не знает. Судя по тому, что делал это тип джангли, они не знают, что плент слит. Следовательно, после того, как убили джангл, он должен был сразу лететь на плент через андер. Если он поджал бы апсы. Но если бы он поджал бы апсы, он бы увидел, что слит плент. Да, увидел бы. А, ну вот. Найс. Петух ты, а не гитлайт. Ну, звания нет. Ну, скорее всего, там калаш. Катки, честно, такие себе. Ладно, давайте на нормальное меню перейдем. Кстати, говорят, что на ютубе, да, первое название, которое в оповещениях приходит, там другое название, то, которое конкретно я оставил, которое видят только те, кому пришли уведомления. Поэтому колокольчик ставь. Аж голос сорвался. Насчет ролика, сука, бич, я забыл, что там в конце было, сейчас я проверю. Ладно, давайте на нормальное меню перейдем. Короче, вот нормальное меню, только занавеска упала ебаная. Так вот, самая главная проблема, да, игры, это в том, что, сука, я очень сильно привык играть со скинами. Поэтому скины это зло ебаное, если вы играете без скинов, классно. Все прекрасно, так и надо. Потому что потом вы, сука, без ножа не сможете. Это пиздец. И это очень сильно мешает в игре, отвлекает, и ты думаешь, что вообще все хуё. Поэтому такой ролик получился, не знаю, если вдруг хотите сильно, да, вот именно калибровку, как отдельную рубрику, там еще сколько можно каток, там же калаши сейчас пойдут. Это еще примерно 100 проигрышей. Ладно, пацаны, спасибо за просмотр. Я надеюсь, что ролик поднял вам настроение. Ставь лайк, нахуй, быстренько подписывайся на канал, колокольчик, а с вами был Битлайт. До скорых встреч. Завтра стрима не будет, я иду добивать грудь, и мне пизда.